привет, с вами Игорь. И сегодня у нас видео опять... А, все, Толянка мне приехал. Она привез мне вот такую вот сетку. Это типа для огурцов натягивать, чтобы плелись. Я думаю, ею вот эти вот бутылки затянуть, чтобы они не выпадали. Ну, сетка, так... вона крупная, ей треба у цих два, у три раза. Да, она крупная. Ну, вот такие дырки сейчас покажу. Вот такие вот дырки, бачите. Я ее, наверное, вдвое, втрое как-то там. Ну, я думаю, будет держаться нормальная сеточка. О, тут я закручу саморезики маленькие и как бы так натягивать ее, надевать на саморезик. Як ото на прицепах тенти, ото натягують. Раз так надел ее. Думаю, будет самое лучшее. Если надо будет, можно снять ее, там какие-то бутылки поменять. Вот мое колесо, вертушка грибное. Бутылок я уже добавил. Вот уже почти, эта секция, сектор почти уже заполнил, весь заполнил, даже не почти. А вот этот еще остался, вот здесь вот еще осталось немного. Довести бутылочек, полторашечек, и все, уже весь плод будет в бутылках. Потом натягиваю сетку. А, еще я что подумал, перед натягиванием сетки я утречком рано встану, такое холодное утро, холодное, и все эти бутылочки откручу, потому что они, я заметил, утром, когда холодно, они стягиваются, так сжимаются и начинают болтаться. А я откручу их, холодного воздуха туда напущу, и потом опять закручу, а так вот все бутылки мне надо сделать, чтобы они были поплотнее. Вот, что тут у нас еще? А, Толян вот привез мне вот этот вот штырь. Я думаю, на него просто деревяшку сделаю, деревянную педаль. О, будет лучше. Вот такие велосипедные неудобно. Так, деревянную сделаю, потом покажу. Просверлю дырку, надену. Лучше всего. А, еще это оська. Вот. Да, Толянчик тоже привез мне оську вот такую с подшипниками. -то. Ну, на педали будет. На звездочку. Так, что я еще сделал? А, колеса. О, вот такие вот колеса у меня получились. Вот, только не знаю, вот, что сделать вот с этой гайкой, чтобы она сама не затягивалась. Кто знает, то... подсказывайте мне, пишите в комментариях, потому что если крутить ее, ну, вот так вот, если ее закрутить и крутить по ходу гайки, то она, видите, сама потихоньку начинает затягиваться. Она как-то, ее надо тут зафиксировать, не знаю как. Берешь, как-то... одеваешь одну гайку и все, и зажимаешь. А, можно, да, можно двумя гайками. Двумя гайками взял за це и прижал. Да, можно и так. Вот, вот такие у меня два колеса, вот тут тоже колесо. Транспортировочные, вот два колесика с той стороны и с этой. О, а там мы будем, ну, там вперед получается, это задняя часть будет более тяжелая, она будет на колесах. Тут будет сидушка гребца, так сказать, ну, Толяна, он будет педали крутить. Вот тут будет с этой стороны это сиденье удобное такое сделаю, деревянное, полулежачее как бы. Вот. Да, а то будет вперед плота. То тут где-то спереди, вот здесь вот по углам сделаю ручки. Ручки сделаю, чтобы можно было ее брать. И, ну, там, тут справа, слева там Толян, я с этой стороны взялись за ручки. Тут на колесах, ну, там приподняли вот эту часть переднюю и потащились ее там, ну, на воду или с воды, или там через эту дамбу надо будет перетаскивать его, поэтому делаю как можно его легче, этот плотик, чтобы был. Вот, ну что, придется его перетаскивать. Хочется, чтобы на Днепре на нем поплавать, не только на Ольшанке. Ну, Ольшанка тоже у меня хорошая речка, такая широкая, все, ну, хочется и на Днепро на нем выплыть. Да, вот так вот будет работать, крутиться колесо. Ну, тут звездочка, я уже показывал посередине. О, это будет вот так вот. Тоже это разбираться будет все. А, и, кстати, уже мангал я уже начал делать. Тут у меня, кстати, на плоту еще и мангал будет так вот крепиться.
с самого края, он как бы над водой будет висеть, но это уже в следующем видео, уже доделаю мангал, там такое интересное решение на мангале есть. Он как бы будет так крепиться к плоту, но не над плотом, а сбоку над водой, ну там, чтобы жар не выпадал, все такое. Вот, покажу мангальчик, у нас все будет там. А, кстати, еще колеса придумал, чтобы... Ну, они просто так на плоту не валялись там при транспортировке. Ну, там вытянули ее, там оттащили колеса на плоту. Все равно будут. То я сделаю из них стульчики. О, уже считай, верх уже есть стульчика. Низ только сделаю. Вот там такую откидную как бы стоечку. Раз, откинул ее от плота. Поднял, надел на штырь само вот это вот колесо. И уже два стульчика. Колеса такая многофункциональная. Как бы надо делать все это на плоту, чтобы лишнего не возить. А раз их придется возить, эти колеса, то уже пускай будут стульчики. И надумал я даже и столик тут сделать. О, надо столик, потому что насмотрелся видео про плоты, сплав на плотах, то там есть и столики. Ну, без столика как бы будет не камильфо. Надо, чтобы были хотя бы пару стульчиков, столик, мангал. Вот. Навесик тоже, кстати, надо. Навесик тут будет. Ну, навесик я с панелей солнечных планирую. Ну, пока не будет панелей, то просто будем натягивать сетку вот эту вот зеленую. Ну, не эту, что на бутылке, а там есть вот такая сетка для помидоров затенять. Это на огороде. Она такая дешевая и затеняет нормально. Вот. Ну, вот это вот что сделал. Вот. Тут позатягивал уже все гайки. Вот эти вот стоечки закрепил вот так вот на уголки. Вот. Ну что, у меня вот эта стойка, получается, она как бы насквозь идет. И там болтом прикручена к балке. О, аж на ту сторону. А вот эта, она как бы обрезанная. Вот. И ее думал, как закрепить. Вот так вот с уголочками. Само так нормально получается. Оптимально и крепко. Отшатаю, вот держится то, что надо. Вот так, видите, нарезал уголков, дырок насверлил саморезами. Вот это дуб, кстати, вот это дуб, а это сосна. Пропитал все, вот, покрасил тут уже два раза вот этим вот лазурью. Такая оно там и лак, и олифа, и всякие защиты для дерева. Вот тут тоже вот эти крылья два раза уже пропитывал. Вот эту часть тоже два раза. Но это снизу, тут вода будет ляпаться. Тут надо хорошо пропитать. Вот, тоже со всех вот этих вот уголочками закрепил. Ну, вроде все нормально держится. Вот. Здесь так вот подшипничек у меня. Показывал я, по-моему, в прошлом видео. Вот. Ну вот как-то так, короче, получается. Уже в следующем видео покажу мангал, как я сделал, и уже мы его будем на следующие выходные. Я ее уже тут все доделаю, то есть затяну уже, ну, бутылки уже полностью напихаю сеткой, затяну, вот, все уже зафиксирую, то есть снизу уже работы будут все сделаны, и при вызову толяна, и мы будем его переворачивать уже, ну, так сказать, так как надо. Переверну, чтобы уже сверху там доделать педальный узел, сиденье для грибца, так сказать. Вот, и уже будет как положено все. О, ну вот это в следующем видео уже мангал покажу, и уже, наверное, в следующем видео уже покажу перевернутый плод уже. О, а там еще неделька, сиденье будет готово, это мангальчик, и уже можно будет спускать на воду. Ладненько, всем пока, до следующих видео. А ну, Толян, помахай.